Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Забираем свои награды, а это именно 4,5 миллиона рыбы. Мне, правда, от них ни холодно, ни жарко. Ну что, сегодня у нас в планах допройти испытание. Надеюсь, у нас получится. Так, что у нас принес Беззубик? Ага, сейчас мы с тобой будем ролить и смотреть, что нам здесь выпадет. Итак, барабанная дробь. Так, яйцо. А чье это яйцо? По-моему, такой дракон у меня уже есть. Нету? У меня нету кипятильника? Вы серьезно? У меня, ребята, его нету, прикинь. В наличии ноль. Как же это так-то? Я на самом деле вроде бы... Да нет, я же получал кипятильник. Но в любом случае написано, что... У меня он первый. Так, теперь давай смотреть. Я надеюсь, нам повезет. Я очень сильно и долго жду. Да неужели? Получилось в плане, нет? Так, вроде бы... Вроде бы упало именно туда, куда нужно, на желтую эту. Странно. Так, здесь мы с тобой забираем. Здесь забираем. Так, весночес прокачался. Так, кто же у нас еще-то там в титан это переводился? А, костолом. Ну, костолом, давай ты не подведи. Тут уже шансов... Трындец, ребят. Ну, знаешь, такое впечатление, что как бы специально сделано. Вот так вот все, чтобы я не перевел этих драконов еще фиг знает сколько времени. Ладно, забираем здесь древесину. Это все мы с тобой забираем. Так, дальше мы... Смотри-ка, весночес у меня уже какой крупненький стал, а? Я его хочу немножко подкачать. Пускай идет, тренируется. Так, Ой, грозокрыл. Шторборез, конечно же. Давай тоже, наверное, тебя подкачаем чуть-чуть. Чего там не хватает? Рыбы? Это не беда. Рыбы-то у меня как раз очень много. Так, подожди, мы что-то не тем, по-моему, с тобой занимаемся. Мы вначале должны открыть пак, верно? Верно. Мы всегда делаем с тобой так. Открываем пак. Бонус для наездников. Так, забираем. И смотрим, что нам здесь выпадает. Душитель. Так, пристеголов. Ужасное чудовище. Ну и, соответственно, ресурсы. Тут никуда от них не денешься. Дальше мы с тобой смотрим еще один пак за рекламу. Монеты Одина. Так, ну, естественно, бонус. Так, а дальше у нас идут одни ресурсы. Никакого дракончика нам не выпадает на этот раз. Но ничего страшного. Недавно выпадало. Так, давай-ка мы посмотрим, что у нас тут зеленая смерть принесла. Опять же, сломанный меч и плюс тусклый янтарь. Отправляем. Дальше мы с тобой откроем пак. Ареновский. Обычный. Так, что нам здесь достанется? Кревет, громель, водорез и как бы все. Кстати, последний пак у нас остался, надо будет их потом набивать, потому что ячейки у нас с тобой освободились. Так, камеру, наверное, мы с тобой отдалим чуть-чуть. Я кое-что хочу глянуть. Так, что у нас здесь? Возьму вот этот вот топорик. Пригодится. Так, заберем с тобой руны. Ага, руны пока еще не успели откатиться. Ну что? Как я понимаю, дневная фурия не хочет мне находить пылевого буяна. Почему-то она сопротивляется, не знаю, в чем проблема. Не хочу, ребята, отправлять за руны, потому что руны мне пригодятся еще, скорее всего, на испытании. За них мы будем с тобой покупать либо хилку, либо энергию. Так, ну что, давай наших дракончиков тогда отправим дальше в путешествие. Так, что нам здесь достанется? Янтарь. Кто бы сомневался. Отправьте ночных жутей. Да, пускай летит. Дальше у нас идет лес. Пускай лесом идет. Сарделька, у тебя что там? А, ты сейчас будешь ролить. Ну давай посмотрим, что у нас тут выпадет. И... Все-таки руны, да? Руны, сколько штук? 4. Ну, маловато, конечно, но тебе, по-моему, хватит как раз на приключение. Давай, в драконий край лети. Ну и, естественно, наш барсик. Что нам дает? 3 шестеренки, понятно.
отправим его на маскарад. Бесплатно. Так, ну что, с этими вроде бы мы с тобой разобрались, да, с дракончиками. Единственное, что нам осталось... Слушай, я, наверное, сделаю, знаешь что? Так, секунду, здесь заберем янтарь с тобой. А, можно еще один поставить, да? Это хорошо. Так, я вот думаю, наверное, нам надо будет сделать еще защиту. Защиту олуха, как ты считаешь? Я думаю, будет круто, да? Давай, наверное, мы с тобой так и сделаем. Обороночка. Так, разбейте вражеский флот. 55 уровень. Давно мы с тобой здесь не были, поэтому давай-ка попробуем. А, водолез у нас обучается, поэтому его как бы не возьмем. Так, фурия тоже у нас обучается. Весночес свободен. И последний это будет у нас вот этот вот. Ну что, поехали к бою. В плане, подожди. А, весночес у нас тоже занят. Что же тогда мы с тобой сделаем? Ну, придется брать Громгильду. Ну что ж, давай попробуем сейчас здесь с тобой отбиться. Шанс, ух, елки, ты посмотри. Вот он, значит, корабль главный. Значит, нам нужно отсюда нападать. Ну что же, попробуем напасть с тобой отсюда. А если я креветы сюда отправлю, получится что-нибудь у нас? Ой-ой-ой-ой, как же там быстро нас разносят, ребят, посмотрите. Я даже не могу понять, вот он кто. Вот он кто по мне бомбит. Я не успею, да? Эх, я не успел, ребята, сломать. Печалька. Так, ну что у нас там? Ничего себе, ты посмотри, они даже моего беззубика спокойно здесь уничтожают. Но, в принципе, мы тоже как бы не сдаемся. Смотри, сколько остается у него здоровья. Мы можем с тобой помочь маленечко, да? Сюда бомбануть. И сюда. И... Есть. Прикинь, мы даже с тобой спасли все три ключика. Да, давненько такого не было. Ну что же, победа за нами. И мы зарабатываем с тобой все три ключа. Затонувшие корабли – благородная жертва ради свободы людей этого мира. Впереди будет еще немало жертв. Это война. А то мы не знаем, что это. Ох ты, посмотри, как мне повезло. 36 рун я нашел. Прикольно. Так, ну что, друзья мои, теперь можно без зубика, в принципе, отправлять спокойненько на поиски. Только на поиски чего? А я, кажется, знаю, что нам нужно. Или же мы с тобой отправим его в приключения. М? Вот что мне здесь делать? Нет, я, наверное, все-таки отправлю, знаешь, куда его? На поиски тех самых ресурсов, которые нам нужны. А нужны нам, ты знаешь, какие ресурсы? Именно флаги. Именно флаги, поэтому... Вот они. Дальний пляж, пускай летит туда. Сколько рун? 57, но в принципе это немного, ребят. Пускай летит. Главное, чтобы он полностью сумку забил. Так, и теперь мы с тобой переходим на наши события, которые мы не допрошли. Ну что же, вперед. Сколько у нас тут еще? Раз, два, три, четыре. Да, пять боев. В принципе, если мы с тобой постараемся, должны пройти. Единственное, знаешь, что я сейчас только увидел? Что у нас энергия-то не вся восстановилась. Так, это кто у нас? Чудовище, да? Тут, как мы видим, две волны всего лишь. Это хорошо. Это меня радует. Попробуем сейчас здесь с тобой отбиться. Так, что он там задумывает? Просто укус. Просто укус, это хорошо. Бомбим. Так, хиляться я не буду, наверное, сейчас. Да, мы не будем хиляться, просто уничтожим. Вторая волна. Так, здесь, блин, знаешь, что самое плохое? Вот эти вот зеленые. Вот эти вот зеленые, они очень тугие. Ну ладно, мы сейчас с тобой попробуем заняться вначале. Тихо. Давай я вот так вот сделаю. Заморозим их. После этого мы берем с тобой вот этого дракончика на разборку. Прекрасно.
Так, а теперь выбор. Либо-либо. Наверное, начнем все-таки с Громоли. Так, готовимся. Сейчас будут фаерболы, скорее всего. Угу. Предсказуемо. А вот теперь... Нет, ребят, пока ничего не будем делать. Просто кусаем. Потому что энергии еще пока маловато. Энергии пока еще маловато. Опять делаем заморозку. Окей, так. Успеем добить? Да, в принципе, должны... Тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, посмотри, у меня... Барсик уже на грани, друзья мои. Барсик уже на грани. Делаем так. Дальше вот так. И бросаем на него сон. Ой, сон. Слепоту. Все, ребята, этот хлопчик наш. Теперь он ничего нам не сделает, а мы будем его потихонечку разбирать. И я считаю, что у нас удачно прошел этот бой. Потому что он нам ничего с тобой не сделает. Все целенькие будут. Хотя Барсик мог погибнуть. Мог, но, видишь, выстоял. Так что, друзья мои, с первой сегодняшней победой нас. Ну что, друзья мои, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Древесина, что ли? Ну, естественно. Ну, куда же без нее? Давай попробуем здесь, может быть, что-нибудь. Нет, опять древесина. Да, пускай ее тут много, но хотелось бы что-нибудь получше. Видишь, 3 энергии, а должно быть 4. То есть она не вся восстановилась. Так, и у нас с тобой мини-боссик. Давай смотреть, что там за мини-боссик у нас впереди. Так, 3 волны, ребята, 3 волны. Душитель и Громорог встречают нас. Естественно, я буду начинать с Душителя, потому что он, мне кажется, более-менее сильнее. Тем более он делает дебаф. Что он там? Ать, кусается. Так, давай его прижучим маленько. Жалко, мы его, конечно, не убьем сейчас. Слушай, ты знаешь, что сейчас будет? Ничего не будет, ребята. Громорог потратил всю энергию. И нам повезло. Так, ну что, здесь мы можем сделать с тобой... Да, вообще-то давай вот так вот просто бомбить его. Не будем тут выпендриваться. Так, Громорог. Сейчас мы его с тобой попробуем быстренько ушатать. Насколько я помню, он не имеет никаких спецударов. Он только лишь, по-моему, делает вот этот щит, который мы уже видели, да, с тобой? То есть этот хлопчик будет наш. Давай его попробуем уничтожить. Причем безболезненно. Для нас. Так, он что-то тут сопротивляется, прыгает, я смотрю. Да, он, конечно, такой, знаешь, толстокожий дракон, но ему все равно здесь не выстоять. Сейчас будет вешать на себя защиту. Да? Ну да, он хиляется. Вот у него защита и хил. Все, ребят, мы его, скорее всего, сейчас добьем. Нормуль. Так, вторая волна. Вот здесь надо быть поаккуратнее. Потому что здесь у нас два барсика. Так, сейчас они будут ходить оба. Потом будем ходить мы. Мы, естественно, будем замораживать. Мы с тобой будем замораживать. Поехали. Потому что это только лишь вторая волна. На третьей волне будут мини-боссики. Так, ну что, добиваем водореза. Давай начнем, наверное, так с тобой сделаем. Хильнемся. Тут, наверное, лучше хильнуться все-таки. Ударим. Так, сейчас он выпендриваться будет. Вот. Уничтожаем. Этот спит. Проснулся. Мы с тобой опять подлечимся. Бомбим. Так, он сейчас будет что-то делать. Нормуль, это терпимо, ребята. Для ветрокрыла это щекотки. Так, ну что, надо добивать уже. А вот, ребята, последняя волна. 2 водореза. Ё-моё. Так, слушай, ну тут серьезная ситуация у нас. Тут очень серьезная ситуация, потому что 2 водореза. Ты посмотри, что они уже начинают вытворять. Ай-яй-яй. Так, если я хильнусь, это фигня будет, да? А если я не хильнусь, это будет еще хуже. Делаем так, ребята. Или не делаем. Так, это последняя волна. Ладно, я думаю, что мы справимся. Должны, мы обязаны справиться.
Куда ударь? Блин, я, видишь, боюсь, что они сейчас два водореза потом будут ходить. Наверное, нам все-таки лучше подлечить раны. Так, броню понизили, да? Так, барсик ходит. Ну давай сюда бомбанем. Так, вот, вот это вот, ребята, я боялся. Видишь, что они делают? Они понижают броню. Причем всем. А с пониженной броней нам будет очень и очень плохо. Они вынуждают меня все-таки использовать эту штуку. Поехали. Делаем с тобой заморозку. Так, нормуль. Ну что, наверное, нам надо все-таки уничтожить вот этого. Что ты тут выпендриваешься? Блин, потеряем барсика с тобой сейчас. Можем потерять его, если не подлечимся. Так, залечили раны. Удар сюда. Кусаем. И... слушай, добить, наверное, надо его. Да. Так будет эффективнее. Бьем сюда. Так, сейчас будет, наверное... но это не супер удар. Все, ребята, он наш. Но пришлось потратить, конечно, одну энергию. Вот сиди и думай. Если бы я не потратил, смогли бы мы здесь вообще с тобой выжить? Или нет? Ладно, в любом случае жалеть об этом не стоит, потому что у нас с тобой есть руны, и мы с тобой можем докупить в любой момент либо энергию, либо хил. Ну, а мы едем дальше. Настала пора крутить колесо. Давай, 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 плод мудрости. Вот, вот это вот самое лучшее, ребята, что могло бы выпасть. Ну, не считая, конечно, паков. Давай еще, еще, еще. Прилив сил. Нет. Почему? Почему на эту древесину всегда перепадает, а? Так, ребят, ну неплохо, кстати. Мы с тобой еще заработали 100 рун. Так, сейчас у нас будет с тобой боевка. После этой боевки мы получаем еще 300 цветочков Фреи. А потом будет мини-боссик. И потом останется всего лишь один бой. Понимаешь, всего один бой. Так, ну что, у нас здесь с тобой злобный змеевик. Пока один. Три волны. 14 уровень. Меня это нисколько не веселит. Так, змеевик, успокойся. Ах ты какой, а? Понизил мне атаку, понимаешь? Ой-ой-ой, а вот это проблема. Это прям, ребята, огромная проблема, поэтому я делаю вот так вот. Нафиг, нафиг. Зная этого скалотряса, что он может сделать. Так, что мы с тобой ударяем? Дальше. Еще бомбим. И кусаем. Так. Ну, ой-ой-ой, было больно, но терпимо еще. Так, что мы с тобой добиваем, видимо, да? Так, погоди. Ну да, добиваем. И вешаем слепоту. Все, ребята, теперь наша проблема заключается в том, чтобы захиляться, если успеем, конечно. Мне кажется, мы не успеем с тобой. Да, мы не успеваем. Так, и что у нас тут? Водорез. И... как же его звать-то? Шипохвост? Нет. Как-то я уже забыл, ребят, как его увеличать. Так, ладно, пока думать об этом не будем. Как его там звать, как не звать. Нам наше дело надо разобрать. Сон. Давай, применяем. Применяем. Теперь добиваем. А, нет, не получилось. Так, ничего страшного. Хильнемся. И начинаем потихонечку бомбить. Мы все знаем прекрасно, да, чем опасен этот дракон. Потому что он разбегается и бьет хвостом, оглушая нас на один ход. И, по-моему, ему достаточно 3 энергии, да? Точно. Вот так это происходит, ребята. Да мы его разберем сейчас. Не буду я уже тут вешать на него слепоту. У нас с тобой здоровья хватит, так что вытерпим. Добиваем. Все. Все, друзья мои.
Идем на последний поединок. Крутим колесо и смотрим, что нам здесь. Дай плод мудрости. Нет, рыбу. Понятно, рыбу так рыбу. А здесь опять рыба. Жестко. Так, ну что, мы зарабатываем с тобой 300 цветочков Фрей, естественно, их забираем и переходим на мини-боссиков. После этого мы получаем с тобой пак ареновский. И это круто, поехали. Так, интересно знать, что здесь у нас за враги. Три волны, ё-моё. Слушай, тут серьезная заявка. Очень серьезная. И я не шучу. Это такие противники, что мама не горюй. И это всего лишь первая волна. Так. Ё-моё, что не вытворяет? Это сейчас бомбанет, да? На пол хп. Трындец. Так, сюда. Ага. А этот сейчас фаербол бомбанет. Нет? Тогда это меня немножко удивляет. Так, у нас с тобой есть три хилки, поэтому я, наверное, думаю, могу позволить себе применить сон. А Бартика захилять с помощью груши. Так, подожди, надо хильнуть, а то... Ой-ой-ой-ой, как бы это ни было роковой ошибкой. Все, ребята. Это была роковая ошибка моя. Без Бартика, ребята, без основного дамагера нам здесь с тобой не справиться. Нет, 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 нет. Ничегошеньки у нас с тобой здесь не получится. Хотелось бы, но никак. Это на первой волне я сфейлился, зашибись. Я уже, ребята, потом понял, когда я увидел, что он сейчас проснется. Сказал, что Барсика нужно прохилять. Да, глупо, конечно, получилось. Глупо и нелепо. Так, он сейчас фаербол свой запустит. Нет, смотри-ка, не запустил. Ну, извини меня, с двумя драконами. Без дамага не получится, ребят. Барсик у нас хорошо бомбил, понимаешь? А сейчас они будут над нами держать преимущества. Причем офигенные. Мы здесь с тобой вообще ничего не будем успевать. Нас тут сметут. Или же мне просто придется все здесь потратить, что у меня есть. Я как бы на это не согласен, ребят. Лучше пускай мы здесь с тобой, как говорится, проиграем. Нам все равно третью волну в любом случае не выиграть. Без трех драконов. Так что... я попробую просто повыпендриваться здесь. Но это бесполезно все. Это все абсолютно бесполезно. Сейчас уничтожат мне ветрокрыло. Само собой разумеющееся, да? Хоть ты тут хиляйся, хоть ты тут что делай, все равно тебе крышка. Тем более ты видишь, у них энергии много. Вот тебе и суперудар. Все. Что и требовалось доказать. Да, я, конечно, ребята, лопухнулся. Не подлечил Барсика. Он погиб, и, соответственно, из-за этого вот все получается, как ты видишь. Ну что ж, на ошибках учатся. Будем ждать с тобой две энергии тогда. Ну а раз у нас так плохо все получилось... Да, два боя нужно. Пойдем-ка мы с тобой тогда сегодня еще сходим на арену. Так, дай-ка я заберу здесь награды, наверное. Тусклый янтарь. Еще тусклый янтарь. Плюс 5 рун. Цветочки Фреи. Еще цветочки. И получается у нас... Слушай, что-то много цветочков как-то. Победить 5 драконов в схватке. Нам нужно отправить еще одного дракона в приключение. И все, и мы с тобой заберем этот пак. Так, в приключение, да, значит, отправить, говорят. Давай посмотрим, где мы можем с тобой по-быстренькому завершить. Я вот не помню, где у нас. Так, ну-ка. Ускорить, иди сюда. Что-то там нам принес. Флаг, ракушка, дрова и руны. Так, значит, в приключение, да, говорит, отправить. Ладно, отправляем его в приключение. Пускай летит. Так, забираем здесь с тобой награду.
50 фрей. Так, и победить 5 драконов в схватке. Как раз мы с тобой сейчас идем на арену. Так, стальной капкан, кривоклык и барс с вепрем. Я смотрю, многим из вас понравился, да, стальной капкан. Честно говоря, он мне тоже нравится. Единственное, что мне хотелось бы его немножко прокачать по уровню. 11 уровень, конечно, слабоват будет. Ой-ой-ой, тут же громорок. Ё-моё, тут же баффер. Трындец, как же, конечно, они быстро разносят. Ну, ты посмотри. Сейчас будет баф, мне кажется. Сейчас будет баф. Трындец. Я даже не успел воспользоваться стальным капканом. Как его разобрали, ребят? Прикинь? Его просто взяли и разобрали. А сейчас будет баф. Да что ж такое-то? Нет никакого бафа. Что мы с тобой можем сделать? Давай, наверное, вот так вот сделаем. А сами будем бомбить. Ну, вот этого, к примеру. Это должен хорошо бомбить сейчас. Так. То есть еще одна атака будет, да? Усиленная. Да вы запарили, а? Кусаем. Так, надо, наверное, сюда ударчик сделать или как? Да, чтобы потом можно было его легко добить. Ох, супер удар делай, супер удар. Есть. Ты прикинь сейчас по своим. И мы добиваем. Вот это мы сыграли с тобой. Круто, да? Победа за нами. Так, посмотрим, какой нам дадут пак. 30 кубков. Обычный. Плохо. Так, а у нас здесь что? Солянка. Я обожаю соляночки. Так, начнем, наверное, с прихвостня. Начнем именно с него, потому что это довольно злой дракон. С очень сильной массовой атакой. Ё-моё, блин, опять мы с тобой, да? Блин, не успеем, ребят. Что-то как-то пошло все не так. Что-то все пошло не так. Опять мне, по ходу дела, сейчас уничтожен стальной капкан. По-моему, надо возвращать ветрокрыло мне в команду. Тебе не кажется так? А вот мне кажется. Так, у него пониженная атака. Это нас, наверное, спасло. Синий. Синий против кого? Против Фиолы идет. Блин, а смысл? Давай, наверное, сделаем так. Давай, наверное, сюда бомбить все-таки. Так, сейчас сходят они вдвоем. Блин, мне нужно спасать его. Успею ли я? Твою же дивизию. Он еще себе усиленную атаку поставил, прикинь. Так, Барсик, давай бомби своего же кореша. Вот, молодец, спасибо. Есть контакт. Так, теперь наше дело маленькое. Уничтожить пристиголова. Раз, два, и добивка. Просто великолепно. Я даже сам не ожидал, что вот так у нас получится. Так, победа. Сколько там? 30 кубков. Ух, скоро будет 7-я арена и обычный пак. Так, а здесь я смотрю, у нас 2 синих и фиол. Причем здесь душитель и шипорез. Вот оно как, да? Ну ладно, попробуем сделать, наверное, вот так вот. Шипорезика наказать. Наказать. А этот сейчас будет гипноз вешать на нас. Если, конечно... Потратил, и это круто. Он потратил, ребята, энергию, так что пока все будет под контролем у нас. Добиваем. Дальше сюда. Понижаем атаку. Прекрасно. Ну что ты там? Фигня это полная. Терпим. Уничтожили. Понижаем опять атаку. Ну и, в принципе, все, этот хлопчик наш будет. Ничего он уже не сделает. А, суператаку он делает, конечно же. Но он хиляется. Так что это все фигня. На тебе. Все, мы его сейчас уничтожим. Так, добивка, вот она. Да, тут стальной капкан, конечно, разошелся. Ну что, 30 кубков.
И какой там пак? Вот, редкий, уже лучше. Так, а здесь у нас с тобой два синих и костолом зеленый. Костолом, да? Будет меня сейчас нервировать. Но вот этот противник самый злобный здесь. Если нет душителя, то шипорез. Так что давай пытаться уничтожить его как можно быстрее. Так, капканчик. Бомби. Прекрасно. Почему мы так слабо бьем? Синего я не могу понять. А, все, я понял, ребят. У нас пониженная атака. Красный, пониженная атака по синим. Вот в чем проблема. Ну что, капканчик, давай, наверное, мы с тобой сделаем как? Кто там будет ходить? Вот этот, наверное, будет бомбить, скорее всего, с разбега, как всегда. Кусаем. Атакуем. Ага, даже вот так вот. Даже вот так. Ну все, сейчас разбегаться будет. Естественно, по капкану. Тут понятное дело. Ну, у него пониженная атака, ребята, плюс замедление. Сейчас мы его тут быстренько с тобой ушатаем. Так, и что он там сделает? Да ничего. А мы с тобой его уничтожаем. И забираем свой пак. Вот он, пак вожде. Ну-ка. Чудовище, шепот смерти, костолом, древоруб, громобой, водорез. Так, громобой защитник и кривоклык. Ну что же, мы двигаемся с тобой за следующим паком. Нужно 10 дракончиков нам уничтожить. Так, дают соляночку. Это прекрасно. Ага, опять душитель, да? Душитель, бафер плюс кривоклык. Собственно, персоны здесь. Так, ладно. Этот бафает только на трех энергиях. Он еще и промахнулся. Ну, а ты что? Вот так решил, да? Бомбим сюда. Так, теперь выпускаем копья. Или иглы. Так, смотри, вот это плохо, ребята. Ё-моё, вот это было плохо. Так, что он сейчас будет делать? Ну, а ты? Красавчик, ну, слабенько. Так, барсик. Ай-яй-яй-яй-яй. Кому-то крышка, по-моему, ребят. Нет, еще покажу. А, вот сейчас, да, сейчас уничтожат. Так, ну что, будем отыгрываться. Во-первых, нам с тобой что нужно сделать? Громорог будет ходить, да? Вешаем на него. Так, пускай он там кого-нибудь бомбанет сейчас. Красавчик. Добить сможем, интересно? Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть не хватит. Хотя, подожди, все нормально. Я думаю, что это враг будет ходить, а тут ходим мы с тобой. Слушай, ну... Тогда все найс. И он промахивается. Да, неожиданная для меня победа, если честно. Ну что я тебе скажу, у нас опять солянка очередная. Плюс шипорез, водорез. Ну и сарделька, собственно, персоны. Так, слушай, они тут все хороши, все очень сильные, мощные, блин. Твою же налево. У них очень быстро накапливается энергия, вот что я тебе могу сказать. Очень быстро. Прям моментально. Вот он сейчас будет делать суперудары, так? Ох, ё-моё, вот это он припечатал. Все, с остальным капканом мы прощаемся, его уничтожат. Так, наша очередь сейчас уничтожить как можно быстрее водореза. Но мне кажется, не получится, да? Суперудар, суперудар. Сейчас кому-то очень больно будет. Так, это кривоклык получил. Слушай, а мы знаешь, что с тобой сейчас сделаем? Ах ты, у нас висит. Все, я понял. Я думал, сейчас мы с тобой повесим слепоту. Повесили. Сейчас он опять будет бомбить своим суперударом. Ты гляди-ка. Барсик выжил. Так, а вот теперь... Слушай, а вот теперь мы с тобой сделаем вот так вот. Так, он будет атаковать барсика, понятно. Ах, вот ты как. Слушай, ну тогда извини. Тогда извини. Я думал, он барсика уничтожит, но он не захотел. А раз не захотел, значит все, ты попал, парнишка.
Единственное, что он может выйти на ничью, потому что он один остался. И нам как можно быстрее нужно его разобрать. Ну что-то там все. Да, ребят, ему, по-моему, крышка. На ничью он не успел выйти. Ребята, здесь ситуация намного хуже, потому что здесь 17 уровень уже. Причем это кревет и кривоклык. Они сейчас просто разнесут нас. Мне кажется, тут даже не обговаривается. Я ничего не успею сделать. Даже пикнуть. Даже, ребята, пикнуть. Просто сейчас достаточно ему. Ну да, он так и делает. Гипноз. Ты сам посмотри, что тут происходит. Сейчас кревет. Угу. Так, что ты сейчас делаешь? Надо было вот кого бомбить. Ну все, тут, по-моему, приплыли мы. Тут ничего уже не поможет нам. Ну. Да. Ребят, ну извините меня, 17 уровень — это уже перебор вообще. Перебор конкретно. Но все равно я одного, наверное, прихвачу за собой, да? Чтобы не в сухую, как говорится, проиграть. Ну а дальше, естественно, нас с тобой просто уничтожат. Мне элементарно не хватило бы сил просто уничтожить кого-нибудь до того, как они будут использовать свои суперудары. По-моему, мне очень круто закручивают гайки, ребят. Посмотрите, 17 уровень, опять же. Ну куда я буду вот с ними драться здесь? Это бесполезно. Это просто бесполезно. У них инициатива, во-первых, огромнейшая, да? Ты посмотри, сейчас остального капкана просто уничтожат. А он еще даже не успел сходить ни разу. Трындец. И чё? Не, все это бесполезняк. Это бредятина какая-то. Если здесь уже пошли 16-17 уровни как должное, то у меня шансов вообще не будет. Одного дракончика я, может быть, за бой смогу побеждать. И все. Да, спасибо большое. Кто там у них будет ходить сейчас, я даже не знаю. Давай мы, наверное, сделаем. Так, я смогу... Нет, я даже уничтожить не могу его, прикинь. Давай вот так вот сделаю. Так, пристеголов входит. Ну и кого-то там кусанешь. Ну хотя бы так. Поехали. Пока, кривоклык. Пока. Ну и что? Так все, друзья мои. Сейчас они вдвоем меня тут раскатают. Травили еще. Этот сейчас... Супер удар какой-нибудь сделает, да? А, вот он как. Даже прихватить не успею. Все. Блин, плохо. Плохо, конечно, так получается, ребята. Но это перебор. Уровень 16-17. Мне не... Ну, никак. Я не хотел этого делать, но мне пришлось заменить все-таки стальной капкан на нашего ветрокрыла. Не знаю, будет ли он выживать до заморозки. Но без нее нам очень плохо будет. Ты посмотри, что творит, а. Я в шоке. От их выкрутасов вот этих вот. Ну что, я вот сюда ударю. Дальше вот так. И все равно не хватит, да, энергии? Не хватит. Так, после него будет ходить вот этот парень. И этот парень 100% воспользуется своим шансом. Блин. Я думал, что он разбег сделает, а этот потратил всю энергию. Барсика потеряли. Так, ладно, уничтожаем этого. Шипорез опять ходит, а. Давай бомби своего другана. Поехали. Укус. Ага, сон. Слушай, может быть, не все потеряно еще, а? Как опасно, друзья мои. У него полностью вся восстановленная энергия. То есть он сейчас будет делать разбег. Я даже представляю, по кому это придет. Я угадал или нет? Воу. Ну тогда извиняй, братюня. Я думал, он все-таки ударит кривоклык. А он ветрокрыл начал бомбить. Тогда давай разбирать его. Что нам еще остается делать?
Так, ты видишь, как он быстро набирает инициативу? Причем он один. Вот объясни мне, как он это делает? Я когда остаюсь один, у меня инициатива вообще не набирается. А он спокойненько набирает шкалу за раунд. Молодцы. Так, нам нужно его уничтожить, иначе будет опять ничья. А я не хочу ничьи. Все, ребят, тут уже ему не открутиться. Забираем с тобой последний пак вождя и смотрим, что нам там выпадет. Вот он, родной наш. Так, показывай. Кревет, громобой, так, громоль, костолом, шепот смерти, водорез, дикарь и опять кривок. Ё-моё, тройной удар. Опять же только лишь одна карточка, а нам нужно еще 7. Будем копить до посинения с тобой. Так, ну что, забираем здесь награду нашу. Подожди, что это я нажал? Погоди. Вот что я хотел. Так, набор плеваки. Руны. Ресурсы. Тут, по ходу дела, ребята, просто ресурсы, да? Понятно. Ничего такого сверхъестественного. Нам с тобой еще подождать нужно 2 дня, и у нас с тобой построится... Что, как называется, ты уже забыл? Зал совета, конечно же. Так, а здесь-то мы с тобой что-нибудь заработали сегодня, нет? Ничегошеньки, да? Кроме рыбы и древесины. Так, ну что, друзья мои, событие еще не закончилось. У нас, как говорится, 2 боя решающих. Последний будет с боссом. Когда же эти-то, ребята? Я думаю, что когда они перейдут в титаны, нам будет немножко попроще. Потому что в данный момент, ну, как-то... слабенький урон. Ну, а на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!